Смотрите, какой шикарный закат. То есть ухри, короче, центральный пляж Анапы. Фу. Вообще, то есть холодно еще. И тут прям вот прям с запашком уже прям стабильно. Смотрите, с крокодилами. То есть как такое вообще возможно? Из-за чего? Откуда это? Блин, вроде бы город, и всегда радовал центральный. Девушка, что вы делаете? Еще ребенка, давай потрогаем. Вообще клево. Не трогайте, ребята. То есть продукты гниения никогда не были хорошими вещами. Печально. На закате пришел на центральный пляж, и тут такое расстройство. Вот прям интересно, знаете, я всегда говорил всем, отойдите чуть в сторонку, ребята, и будет чистая вода. Вот ради интереса. Просто вот проверим сейчас мое, так сказать, постоянное утверждение. Конечно, воняет неприятно, но людям не мешает. Сидят, отдыхают, выпивают, удовольствие получают. На пляже сегодня их много. И вот смотрите, мы отходим совсем немного дальше. И здесь уже бац, водичка становится постепенно чистой. Уже нет вот этого гниения. То есть все хорошо. А туда дальше еще будет чище. Вот так вот. Так что всегда ходите. Есть чистое место. Что я прошел тут? 10 метров. Ну, блин, нам показывали, знаете, администрация о том, что есть какие-то машинки для уборки пляжей. Ну, вот сейчас было бы классно сюда завести, продемонстрировать. Тут мелко, как раз она бы сейчас все водоросли убрала. Ну, что-то подсказывает, что, наверное, так не случится. Нас, как обычно, наедают. А вы как думаете, пишите?